Сегодня, как и обещали, у нас проходят работы по исправлению вандализма, который был на нашем знаменитом памятнике Лакаону в прошлом году, причем это не первый факт, не второй, не третий. И сегодня конкретно приходится восстанавливать утраченные детали памятника, в том числе руку, пальцы, которые были отломаны. Ну, будем так говорить, я не хочу говорить, что это были вандалы, просто вот по-другому их не назовешь. Памятник сегодня является объектом культурного наследия, охраняется государством. Ремонтные работы приходится делать за счет городского бюджета. Сегодня принято решение о ограничении доступа к этому памятнику, в связи с чем дорожка, которая ведет к этому памятнику, она будет демонтирована, будет клумба засажена розами, и доступ к этому памятнику после его восстановления, после реставрации отломанных частей, будет прекращен. То есть, пожалуйста, уважаемые гости нашего города, одесситы, можете фотографироваться на фоне этого памятника, но большая просьба не залезать на него, поскольку материал действительно сделан, из которого он сделан, это каррарский мрамор, очень хрупкий материал, и памятник имеет очень большую историческую, художественную ценность для нашего города.